Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уляля, что за сайт? Постарались. А у меня прям вот такая, кстати, была только в колледже. Ну, значит, у вас какой-то лютый был колледж. Ладно. Ну, такой. Вот, короче, и куда ты жопой-то крутишь на аудиторию? А, этот верх, тогда ладно. Вот так это оправдание всегда работает. И в итоге я остаюсь с рогами на голове. Короче, еще постоянно питаюсь омлетами и яичницей.